Всем привет! Наконец-то мы собрались после долгих каникул. Сегодня лекция посвящается успеху. Сильно так это вникать и внедряться сегодня не буду в мозг. Постараюсь именно объяснить как бы принципы, да, и что там вообще, что это такое за OSPF такой. И попробуем его сконфигурять. Тоже так, ну, по минимуму завести просто, да, там на цисках, чтобы оно там у нас работало. Вот, планирую по OSPF еще несколько лекций, хотя бы одну минимум, да, может быть две. Вот. Ну, в зависимости, как наберу информации интересной. Вот. Значит, OSPF. Почему, я думаю, ну, стоит про OSPF побольше поговорить, то что это один из самых таких распространенных сейчас протоколов, да, маршрутизации динамической. Вот, соответственно, я думаю, надо побольше ему внимания уделить. Вот. И для начала мы вспомним вообще, что у нас за протоколы такие динамические, да, маршрутизации. Мы говорили про статическую маршрутизацию, когда в руками там прописываешь ему путь, все летит нормально, да, понятно. Динамическая маршрутизация, соответственно, что это? Мы хотим, чтобы сисадмину было меньше работы просто, да. Чтобы у нас маршрутизаторы между собой общались, чтобы узнавали о маршрутах, о новых сетях, чтобы они сами узнавали, когда у нас сеть упала, сеть поднялась, да, чтобы там маршруты у нас перестраивались. Соответственно, это у нас достигается с помощью динамической маршрутизации. Ну да, картинка с прошлой лекции. Соответственно, еще раз, такие у нас бывают протоколы динамической маршрутизации. Один из самых распространенных протоколов, наверное, это вот RIP, но сейчас он уже не особо, не особо жив. Единственное, в чем его прикол протокола RIP вообще, да, что он максимально простой, как бы, да, он максимально простой, он поддерживается максимальным количеством устройств. Ну, как бы сейчас он уже совершенно не актуален. Ну, вот сейчас все у нас любят протоколы SPF. Сейчас я побольше делаю. Было видно. Вот он. Протоколы SPF. RIP уже все. Что такое протокол динамической маршрутизации? Еще раз посмотрим. Вот у меня тестовая сеть наша. Два маршрутизатора. Назовем их просто там R1, R2. Соответственно, что мы хотим? Мы хотим, чтобы R2 знал про наши сети, про сети, которые знают R1, да? То есть про сеть 1.0. Хотим, чтобы R1 знал у нас про сеть, которую знает R2, сеть 3.0. Как мы помним с прошлых занятий, да, маршрутизаторы что у нас делают с протоколом динамической маршрутизации? Да? Они рассылают сети, которые непосредственно подключены к маршрутизатору и о которых он знает. Ну, о которых он знает, да, как-то Directly Connected Networks, да, так называемые. Для R1 это какие будут сети? 1.0 и 2.0, да. Соответственно, для R2 это будет сеть 3.0 и также 2.0. Откуда он о них знает? Откуда он знает об этих сетях, да? Он знает о них, потому что мы его сконфигурировали. Мы ему задали вот этот IP-адрес на этом интерфейсе, и на этом интерфейсе задали IP-адрес, ну, здесь из сети 3.0, здесь из сети 2.0. Соответственно, маршрутизатор понимает, да, что за этим айпишником у нас вот эта сетка, за этим айпишником вот эта сетка. R1 то же самое. Что у нас происходит, когда у нас динамическая маршрутизация? R1 говорит, ага, я вижу сеть 1.0, я вижу сеть 2.0, давайте-ка я скажу маршрутизатору R2 об этих сетях, о том, что я их знаю. Маршрутизатор R2 получает пакет от маршрутизатора R1, смотрит на эти сети, он говорит, так, подожди, сеть R2, сеть 2.0 я и так знаю. Как бы нафига мне это? Он ничего с ней не делает, никуда ее не добавляет, потому что эта сеть для него directly connected. Да? Он ее не меняет, это для него сеть с максимальным приоритетом. Он ничего с ней не делает. Сеть 1.0, он говорит, о, зашибись, я вижу сеть 1.0, я раньше о ней не знал. Да, дай-ка я ее добавлю к себе в таблицу маршрутизации. Он ее добавляет в свою таблицу маршрутизации и помечает, что следующий хоп, ну, так называемый next hop, да, у него будет маршрутизатор R1. Почему R1? Потому что R1 ему прислал эту информацию об этой сети. Соответственно, он знает. R2 поступает тем же способом, также отправляет маршрутизатору R1
информацию о своих сетях, о сети 2.0 и о сети 3.0. Да? R2 также не 2.0, он отбрасывает информацию, ничего с ней не делает об этой сети. А 3.0 добавляет в свою таблицу маршрутизации и указывает также, что next hop у него будет R2. Ну, просто потому, что получил он от R2 эту информацию. Это общее для всех, ну, принцип работы для всех протоколов динамической маршрутизации. Независимо, какой у нас протокол, принцип такой, да, чтобы автоматически происходил обмен сетями, которые нам известны. Чтобы системный администратор по минимуму участвовал в этом процессе, правильно? Чтобы мы хотим, ну, также еще несколько у нас целей, да, чтобы они автоматически у нас определялись, эти сети. Не только рассылались, но и при том, что если, допустим, сеть 1.0 отвалилась, маршрутизатор R2, там, я не знаю, сдох он, там, питание отключили, или у него там, не знаю, уборщица со швабры пришла там и выдернула линк, да, чтобы нам не надо было, да, вручную переконфигурять там что-то там, и чтобы не долбились в эту сеть у нас все пакеты, R2 уже знает, да, о том, что R1 упадет, что R1 уже упал, да, и что эта сеть недоступна, потому что она идет через R1. А как он об этом узнает, это уже другой вопрос, это уже зависит от протокола маршрутизации. Для каждого протокола там есть свои нюансы. Вот. Сейчас, значит, поговорим про протокол OSPF более подробно, да? Сейчас я открою шпаргалку. Протокол OSPF. Он использует в своей работе так называемые hello-пакеты. Пакеты, которые он отправляет с какой-то периодичностью. В этом hello-пакете есть несколько таймеров. Так называемый таймер интервал, да, hello-интервал называется. Обычно он по умолчанию 10 секунд у нас. Чего мы не пишем? А, вот так. 10 секунд. И dead таймер, dead интервал. По умолчанию он обычно ставится в 4 раза больше, чем hello интервал, и получается 40 секунд. Что это за таймеры? Ну, hello интервал, понятно, да, что с периодичностью в 10 секунд протокол OSPF рассылает свою, давайте, hello пакеты шлет, да. Пока еще не говорим, что он там рассылает, потом подробнее об этом. Соответственно, маршрутизатор R1, например, шлет эти пакеты, R2 их принимает. Соответственно, каждые 10 секунд приходит пакет, все в порядке, R2 знает, что R1 у нас доступен, все зашибись. Проходит, не знаю, 20 секунд, 30 секунд, hello пакетов нет. Но маршрутизатор R2 пока ничего не делает, потому что таймер, dead таймер у него 40 секунд. Вот когда проходит 40 секунд, он уже понимает, что с маршрутизатором R1 уже что-то не то. И он помечает его как недоступный, просто как dead. Ну, соответственно, dead таймер, значит, dead. Все, сдохло. Дальше. Дальше у нас в hello пакете есть так называемые зоны. Зоны. Что такое зоны? Мы, если о таймерах мы еще раньше как-то говорили, да, то про зоны мы еще не упоминали. Зона, это, как объяснить? Это такой большой концепт, как бы, да. Это такая теоретическая штука, которая нужна нам больше для удобства, да, прежде всего. Ну вот, к примеру, да, вот у нас на этой сети указано всего 2 маршрутизатора мы имеем, совсем небольшая сеть, ничего страшного, таблицы маршрутизации в этих маршрутизаторах небольшие, соответственно, нагрузка небольшая, да, там, ну, на маршрутизацию ничего. А если у нас происходит, не знаю, там, если у нас 10 маршрутизаторов, 20, 30, 100 маршрутизаторов, да, соответственно, у нас что происходит? У нас происходит заполнение таблицы маршрутизации, нагрузка на каждый маршрутизатор растет, соответственно, ему становится тяжелее, у него больше уходит памяти на выборку, да, больше процессорного времени. Вот, мы хотим от этого избавиться, они начинают медленнее работать просто, да. Мы хотим уменьшить таблицу маршрутизации в наших маршрутизаторах, чтобы он быстрее маршрутизировал наши маршруты. Вот. Соответственно, мы появляется понятие зон. Да, мы хотим уменьшить. Вот смотрите, например, вот у нас несколько маршрутизаторов. Да, они соединены. Ну, вот здесь какая-то сеть, там сколько-то их, ну, пускай там 20-20 маршрутизаторов, там
Нет, давайте 200 маршрутизаторов. Вот, 200 маршрутизаторов. Мы понимаем, что это для нас достаточно, мы хотим ее выделить в какую-то зону, да, например, просто вот берем вот так вот, помечаем, по-английски это area. Area 0. Area 0 вообще такая довольно интересная зона, что это зона по умолчанию. Как бы протокол OSPF вообще не может у нас... А? Так, не смущай меня. Потом посмотрим, как оно там пишется. Протокол OSPF не может работать, в принципе, без зоны. Как бы, да, по умолчанию какая-то зона должна быть, и эта зона 0. По умолчанию, нулевая. Вот мы выделили сколько-то. Мы выбрали эту зону сами, произвольно, да. Мы хотим сделаем ее из 10 компьютеров, хотим из 100, из 1000, как бы, да. Произвольно, от системного администратора зависит. Ну, понятно, что эта зона там сейчас для нас там много, там 1000 компьютеров, там, да, или 10 тысяч там. Если несколько лет назад там 100 компьютеров для нас казалось много, да. Все равно, как хотим, так и выбираем. Можем там сказать, вот эта вот зона, это там, я не знаю, США. Здесь вот делаем соседнюю зону, там это там будет, не знаю, что там, Европа. А здесь Африка. Че, Украина? Можно, да, в отдельную зону вынести Украину. Так, не будем сейчас про политику. И в каждой зоне у нас какие-то свои маршрутизаторы, да? Соответственно, что у нас происходит? Я сейчас так корявенько нарисую какую-то сеть. Ну, примерно, да, так. Так. Смотрите, за каждым маршрутизатором у нас скрывается какая-то сеть, правильно? Сколько-то там тысяч компьютеров, там, или сотен, или, ну, десятков, там, ну, нам все равно. Но, к примеру, возьмем, что это там 192, 168, сейчас я буду аккуратен, 1, 0, слэш 24, да? За этим, например, у нас скрывается 2, 0, слэш 24, ну и так далее, за этим 3, 0, за этим 4, 0. Идея в чем? Идея в том, то, что мы в эту area 0 можем агрегировать все эти наши айпишники и вот этому маршрутизатору сказать, что вот сюда вот отсылай в area, ну, в зону 0, отсылай IP, пакеты для айпишников вот таких 192.168.0.0/16. Вот так. /16. Ну, понятно, что мы сделали. Соответственно, мы объединили там, пускай у нас там было 200 сетей там или сколько-то, ну, не суть, важно. Теперь на этом маршрутизаторе, да, у нас появляется всего лишь одна запись. Вместо 200 записей, да, в таблице маршрутизатора у нас осталась одна. Очень удобно. Сократили, выборка стала меньше, нагрузка стала меньше, да, все зашибись. Вот это наши зоны. Для этого они нужны. Соответственно, что для работы протокол OSPF у нас таймеры должны быть одинаковые, обязательно, что на R1, что на R2. Зоны должны быть тоже одинаковые. Ну, пока мы так говорим, да, что мы сейчас рассматриваем OSPF в пределах одной зоны. На следующих лекциях поговорим, наверное, про уже разные зоны и как там что-то происходит. Это более такая интересная тема. Сейчас мы говорим, что зоны должны быть одинаковые, таймеры должны быть одинаковые. Протокол аутентификации должен быть одинаковый. То есть ключик, как там, Барри, ключ рисуется, так? Ключик, что здесь, должны быть одинаковые для защиты. Видно там, да? От атаки, да, что мы должны какую-то аутентификацию проводить, аутентификацию наших устройств, чтобы какое-то левое устройство просто не прикинулось валидным маршрутизатором, да, которое будет посылать нам какие-то левые пакеты и пытаться как-то влиять на нашу сеть, да, как, ну, злонамеренные какие-то там намерения свои проворачивать. Соответственно, маска под сети должна быть одинаковая. Ну, это вот условия. Так, что у нас еще есть? А, ну, идем в Pocket Tracer.
А, ноутов никто не взял, да, я забыл написать. Ну ладно, я вам сейчас так тогда покажу. Я вчера специально лабу подготовил вечером, но я думаю, я лучше сейчас еще раз все это настрою по-быстрому, чтобы напомнить, там, мало ли там команды кто-то забыл, там еще что-то. Чтобы сам, может быть, вспомнил. Так, строим нашу сетку. У нас там два маршрутизатора. Давай. Один. Мы выбираем автоматически. Как их? Соединение, да? Но между маршрутизаторами давайте укажем, ну, как в примере, чтобы у нас было как-то сериал соединение. Мы должны добавить интерфейсы. Сейчас его выключим. Вот так вот. Чик. Роутер 1. Выключили. Что, куда? R1. А? А фиг знает. А для нас не важно сейчас. Просто мы пытаемся показать, да, что у нас вот это вот как бы локальные сети. Ну что открылось? А это типа глобальная сеть между маршрутизаторами. Ну все, вспоминаем наши команды. Enable. Hostname. Нет, он скажет. Сейчас. Ctrl Shift 6. Conf T. Hostname. Ну, переименуем наш роутер R1, чтобы не путаться. Так, зададим интерфейсы. Сейчас посмотрим, что у нас тут. FA00. Здесь S000. Так, P, не, как он? Я забыл. Шоу, а, шоу, IP. Что-то глючит. Смотрим наши интерфейсы. Ничего у нас нету, ничего не сконфигурировано, да?
Соответственно, надо сконфигурировать нам что локальную сеть и глобальную сеть, да? Просто задать айпишники. Как же их задать? Fast Ethernet 0.0, да, мы помним. IP. Ну, помним, да, что если мы не помним команду, набираем знак вопроса, стандартно, да, смотрим, что мы там можем ввести. IP, адрес, дальше ABC, IP-адрес, 192.168.1.1 там, да, у нас был? 1.0, да. 1.0. Так, no shutdown. Ну, задали адрес интерфейса, да, маска /24, no shutdown, включили интерфейс. Serial интерфейс, то же самое, IP. Нет. 2.1, по-моему, там у нас был. 2.1, да. /24. Сконфигуряли наши интерфейсы, скопировали running config, startup config. Ну, мы помним, да, что при конфигурировании нашего маршрутизатора цисковского, все, что мы делаем, у нас сохраняется в оперативку, да, так называемый running config. Чтобы это все применилось после перезагрузки, мы должны сделать копию running config, startup config в загрузочную конфигурацию. Так, R1, можно считать, сконфигурировали. Идем в R2. Так, ну что? Что-то, да. Он явно хочет что-то мне сказать. Так. Enable. Conf-T. Цисковские маршрутизаторы, да, понимают сокращенные команды. По идее, мы могли написать ему. Ну, то есть должны написать ему, да. Конфигуре. Конфигуре. Терминал. Да? Если он понимает, что наша команда сокращенная совпадает, ну, как-то полностью совпадает с командой, которую мы хотим ввести, значит, сокращенную он примет. Или скажет, что типа исправьте, напишите мне полностью. Hostname R2. Нет. Интерфейс Fast Ethernet, какой у нас там? Сейчас посмотрим. FA00, а здесь... А, тоже с E00. IP, адрес 192.168.3. Что там? 3.1. 1. 255. No shutdown.
И не забываем copy running config startup config. Окей. Так, все настроили, ну по минимуму, да? Все линки зелененькие, все зашибись. Соответственно, настраиваем OSPF. Что нам надо, чтобы настроить OSPF? Надо его просто включить, указать используемые интерфейсы, да, и увидеть, как происходит магия, как он увидит остальные сети. Соответственно, включение происходит у нас командой так называемой network. Сейчас. Не балуйся. Вот такая веселая команда. Эта команда, как его, сейчас я сформулирую. Два пункта у нее есть, да, что она, во-первых, эта команда, что она делает? Она указывает, какой интерфейс использовать для отправки hello пакетов, и указывает, какую сеть анонсировать. То есть, к примеру, мы протоколом OSPF, мы не обязаны все наши сети, да, которых знает наш маршрутизатор, анонсировать на всех. У нас же может быть какая-то сеть, к примеру, вот эта вот 1.0, там она там суперсекретная сеть, я не знаю, там разрабатывается какой-нибудь новый айфончик, там 9, например. Мы не хотим, чтобы об этой сети вообще кто-то знал. Да, соответственно, мы не будем просто писать команду network для этой сети. И все. Соответственно, так запишем, что интерфейсы и сети. Ну так. Кратко, network. Это T такое. T. Идем конфигурировать. R1. Помним, conf T. Что? Conf T. Зашли. Включаем протокол маршрутизации OSPF. Он включается как? Очень просто. Вот у нас командочка роутер. Она нам показывает все протоколы динамической маршрутизации, которые мы можем использовать. BGP, ERGRP, RIP, нам известный весь. И наш любимый OSPF. Пишем OSPF. Говорит incomplete command. Что-то еще хочет. OSPF, знак вопроса. Говорит process ID. Процесс ID. Что такое процесс ID? Процесс ID, ну это как в системе в Linux, да, и как в Windows, что у каждого процесса есть свой идентификатор. Соответственно, для протокола OSPF тоже есть свой идентификатор, который он будет идентифицировать его в сети. Не в сети, а в маршрутизаторе. Зачем его придумали? Затем, что по идее мы можем OSPF-ов несколько запускать. Не знаю, зачем это может понадобиться, там несколько процессов этого OSPF-а, но мы можем... Теоретически мы можем. Соответственно, можем указать ID любой, да, ну вот здесь от единицы до 65535. Рекомендуется, ну как best practice, да, указывать всегда какой-то процесс ID свой, который вы помните. Например, там везде единичку. Это не обязательно. Если вы на всех будете указывать разное, это ничего страшного, OSPF будет работать, но рекомендация такая, чтобы вы этот процесс ID просто помнили. Да? Чтобы вы знали, какой он у вас, с каким он у вас запущен айдишником, ваш процесс. Дальше. Соответственно, все, у нас OSPF по факту включен. Мы пункт 1 выполнили. Знаешь, что мы его включили. Дальше мы уже должны указать, вот именно с помощью команды network, указать, какие, даже не с помощью network, а мы хотим для начала указать, в какие сети нам анонсировать наши hello пакеты, куда нам слать. Да?
тоже хорошая практика. Не просто включать USPF, да, и говорить ему, что какие сети мы хотим анонсировать. Потому что, говоря команду Network, он будет рассылать, он не только будет рассылать информацию об этой сети, да, но он в эту же сеть будет ссылать hello пакеты. Например, мы не хотим же, чтобы он слал нам пакеты, вот, например, в сеть 1.0. Зачем нам это надо? Он hello пакетами своими будет засорять нам, засорять в нашу, не знаю, там, нашу сеть, как бы, да, широковещательными пакетами. Что ты там? Тихо. Будет засорять нашу сеть. Будет, зачем нашим клиентским компьютерам, да, знать о том, что у нас там какой-то USPF? Зачем им знать, как бы, лишнее? Мы можем быть... Это просто небезопасно, в конце концов, да, потому что у нас может быть какой-нибудь, не знаю, нехороший компьютер. Вот так вот мы его нарисуем, такой злой. Он может... Он услышит, что вот это вот USPF, да, hello пакетик идет по сети... Hello, к нему пришел, он понимает, что у нас запущен USPF, он запускает там какой-нибудь, я не знаю, Linux и начинает слушать эти hello пакеты, да, притворяется маршрутизатором, который находится в нашей сети, и перенаправляет все пакеты через себя. Очень просто. Он говорит, что R1 шлика, давай мне все пакеты в меня, ну, какой-нибудь, а все остальное начинает дальше перенаправлять уже куда нужно, в другие сети, да, просто чтобы остальные, ну, чтобы была видимость того, что наша сеть работает. Соответственно, просто человек, который находится на этом плохом компьютере, открывает Wireshark или какую-то утилиту, там, TCP-дамп, да, там, захватывает все, видит всю нашу информацию, все, что проходит через него, и все. Он видит все наши пароли с NIFA, да, там, все, что угодно он делает. Это так называемая атака MITM. MITM. Man in the middle. Да. Типа человек посередине. Чтобы этого не было, мы должны максимально ограничить отправку hello пакетов. Мы должны хотим отправлять hello пакеты только туда, куда мы хотим. Но это как по умолчанию делается в Linux, когда мы настраиваем этот brandwire-то. Как его? Все забыл. IP tables мы настраиваем, да, и там обычно вначале мы пишем там типа drop all, типа того, да. Сначала все отключаем, и потом указываем только то, что нам надо. Соответственно, хорошая практика для начала нам нужно запретить отправку hello пакетов вообще куда, вообще везде, да? И потом мы ее, получается, сначала везде запретили, потом разрешаем только туда, куда нам надо. Это делается очень просто. Я буду подглядывать. Да. Но я не каждый день настраиваю USPF. Что ты тут цыкаешь? Passive интерфейс, есть такая команда. Мы можем указать. Да, что мы можем ее указать? Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit, Ethernet, Loopback, Serial, VLAN, Default. Мы можем указать любой интерфейс ему. Да? Мы, например, можем указать Ethernet и указать Ethernet 0.0. Да? То есть мы вот нашу сетку там, где 1.0 сеть, да, мы ее вырежем. А если у нас появятся еще сети? Как бы, да, в него втыкается, он начинает на них слать hello пакеты. Нехорошо. Мы хотим полностью отключить для всех наших интерфейсов и возможных, которые, да, которые могут у нас появиться для всех сетей. Это вот командочка default. Для всех интерфейсов отключает. А? Он включен. По дефолту, смотри, чтобы настроить USPF, у нас есть команда network, так называемая, да? Она, во-первых, анонсирует наши сети и включает в эту сеть отправку hello пакетов. Как бы у нее два пункта. Соответственно, чтобы нам не отправлять hello пакеты в эту сеть, мы должны настроить passive интерфейс по дефолту. Вообще все интерфейсы по дефолту выключены, пассивными. Да? Соответственно, дальше мы просто пишем. Ну, стандартно по цисковски no passive interface, да, какой? Serial, который у нас, serial 000, вот это вот наш, да, который в ту сеть мы хотим, чтобы нас hello пакет отправляли, чтобы нас тот маршрутизатор нас видел. R2, который. Все, указали, да. Соответственно, все остальные у нас пассивные, serial 3.0 у нас
активный получается. Туда мы будем слать наши пакетики. Ну и дальше у нас остается команда network. Пишем network. Указываем сначала, мы хотим указать, какие сети нам анонсировать, да, в USPF. Значит, у нас есть 192 локальная. 192, 168, 1. Сейчас. 1. 1. Я вот так вот напишу пока. Смотрите. Здесь прикол в чем? По идее, мы можем в команде network указывать по-разному, да, прописывать. Мы можем прописать network, а потом сеть. Да? Какую сеть целиком, да, анонсировать. Ну, здесь маленький нюанс есть, что мы... Нам не надо всю сеть писать, по факту, да. Мы указываем этот один IP-шник, указываем ему маску, соответственно, маршрутизатор понимает, ну, как бы по IP-адресу и по маске мы определяем нашу сеть. Да? Он определяет, что за этим IP-шником у нас такая-то сеть, и он начинает ее анонсировать туда. Дальше мы пишем так называемую wildcard маску, то есть маска инвертированная. Смотрите, что это такое. У нас есть наша стандартная маска, да? Это, ну вот для этого, какая у нас? 3 раза по 255.0, да? 255, 255, 255.0. Это что значит? Что здесь вот все единички, да? Единички, единички, здесь нолики. Инвертированная маска выглядит то же самое, только наоборот. Здесь все нолики, там где у нас ноль, там единички. Соответственно, инвертированная маска для вот этой вот, это будет 0, 0, 0, 255. Так называемая wildcard маска. Да? Честно, не знаю, зачем ее придумали, может быть, где-то это более удобно, да, указывать. Но мы об этом должны помнить, что в этой команде, в network, указывается вот такая инвертированная маска. Но не в каждых устройствах. Как бы, да, что в устройствах Cisco, да, 100% такая вот маска. А в других устройствах, там, в каких-то Linux'ах, там, да, или Juniper'ах, каких-то, там может быть обычная маска указана. Надо смотреть именно для конкретного устройства. Соответственно, ну, понятно, да, если у нас там, например, 192 сеть, так, 192.168.0.0, то инвертированная маска какая будет для него? Ну, если обычная маска 255.255.0.0, да? Ну, слэш, да, 16, вот так вот. То инвертированная будет 2 нуля, 2 раза по 255. Об этом понятно, в принципе, да? А маска, вот, если мы хотим указать, чё? Отстань. Если мы указываем, если, допустим, у нас вот 0, 0, 0, 255, это о чем нам указывает, что там, где 0, вот эти вот числа, вот здесь вот 0, 0, 0, они не должны меняться, да? А там, где 255, нам все равно, какие здесь будут IP-шники. Соответственно, если мы хотим указать определенный IP-адрес, 1, да, то инвертированная маска у нас будет с нулем, с последним. У нас все будут нули. То есть мы говорим, что наш IP-адрес, ну, мы ни один бит не можем поменять. Как бы, что у нас все по нулям. Соответственно, если мы указываем IP-шник, здесь в настройках 1.1 мы указали. 1.1 там, да, сеть, правильно? Да, 1.1. Инвертированная маска у него будет 4 нуля. Incomplete. Спрашиваем, что мы хотим еще? Что он от нас хочет-то? Воу. Что это? Секунду. Сейчас. Технические проблемы. А, вот. Пошел.
хочет... Вот о чем я говорил. Area 0, да? Он хочет зону по умолчанию. Все. Сконфигурировали 1.1. Сконфигурируем сейчас. Сейчас я попаду. 2. Да, 2.1. Вот этот вот адрес. Также area 0. Все. Сконфигурировали. Соответственно, он в area, которая 2.1, он ее будет анонсировать и в нее же слать hello пакеты. В 1.1 он будет ее анонсировать, но слать пакеты не сможет, потому что passive интерфейс у нас включенный, да? Все. Дальше мы можем что сделать? Посмотреть. Нет, еще мы пока ничего не можем. Ну можем, в принципе, да. Show. Сейчас еще. Еще раз. Show. IP. OSPF. Nightbar. Ничего нету. Мы хотим посмотреть так называемых соседей, да, когда два маршрутизатора находят друг друга в сети, они устанавливают соседские отношения. Я думаю, мы в следующий раз еще более подробно об этом посмотрим, как это происходит. Ну, сейчас у нас соседей нет, потому что мы только на R1 запустили. Давайте попробуем на R2 запустить, посмотрим, что у нас получится. Поднятие OSPF. Как его? Enable. Enable conf-t. Ну, давайте пассив интерфейс пока не будем. Сразу пишем. Роутер. OSPF. 1. Network. Да что ж ты все... Вдруг нас кто-нибудь смотрит. Люди хотят знаний, это зараза вылетает. Алло. Так, мы настраиваем R2, пишем network, смотрим, какие там у нас сети. У нас сеть 2.2 да, и 3.1. В смысле IP-шники, да? 192.168.2.2, маска 0.0.0.0. Area также 0. Network 192.168. Да что ж такое? Вот, смотрите, мы еще не успели поднять, да? Только что прописали. Он уже говорит, эй, процесс ID. Первый, OSPF у нас с первым ID-шником, да? Neighbor увидел 2.1, что он пришел с Serial 0.0.0, да, у нас Serial интерфейс 3.0, и изменил свое состояние с loading на full, то есть все, полностью засинхронизировались. Сейчас мы пропишем еще вторую сетку ему. Так, у нас 2.2, нам надо 3.1. Прописали. Exit. Show. IP. Что там? OSPF. Nightbar. Воу. Смотрите-ка. Мы увидели. Помните, в прошлый раз мы смотрели, ничего не было, да? Сейчас он все. Вот, потому что у нас на R1 настроен OSPF. На R2 мы подняли, он сразу его увидел. Он пишет 2.1. Пришло состояние полностью синхронизированное, dead time, да, 39 секунд, ну 40, да, как я и говорил, по факту, адрес 2.1, интерфейс, откуда пришло, serial 0.0.0. Сейчас посмотрим наши таблицу маршрутизации, прислал он вам что-нибудь или нет. Show IP route. Вот у нас появилось на R2, смотрите, у нас... На R2 у нас только две сети, да, там 3.0 и 2.0. Но мы здесь уже видим третью сеть 1.0 с пометочкой O. Это значит, что эта сеть пришла от O, это OSPF протокол. Ну-ка вернись. Сейчас. O это OSPF, он показывает наши метрики.
VIA 2.1, что через тот интерфейс мы получили. Значит, у нас все работает. Да? И видим еще две сети, которые directly connected. Соответственно, вот, вот она магия. Толком ничего не настраивали, да, получили уже SPF, получили уже наши сети. Можно попробовать даже попинговать сеть, которая 1.0, чтобы тот интерфейс 1.1. 192, 168, 1.1. Success, да? Хостово, а мы не настраивали ничего. Ну, наверное, да. Ну, как бы, мы и так, смотри, мы пинганули 1.1, это интерфейс, который вот здесь вот, да, находится. То есть, интерфейс, который уже в той сети. В принципе, нам... А? Да. Так все, он знает, он уже знает, что, что пакет любой, который идет в эту сеть, да, что идет через маршрутизатор R1. А R1 знает, что вот эта сеть у него непосредственно подключенная. Соответственно, все, вот они идут, пакетики наши. Что мы еще можем просмотреть? Еще командочка, если мы хотим что-то более подробно про OSPF посмотреть. Дебаг, так называемый, да? Где? Как он? Дебаг. Дебаг. IP. OSPF. Нет, IP. OSPF. Events. Вот. Вот мы видим, нам прилетел пакетик. Hello пакет. Сейчас пройдет 10 секунд, еще один сейчас прилетит. Ну, то есть, дебаг мы, вот он. Видим. Ну, надо написать no debug. Нафиг. Стандартно. Смотрите, наша лекция. Сколько мы тут? Ну, час где-то, да, получилось. По факту, да, у нас получилось, что мы для настройки OSPF ввели всего две команды. Да? А мы его включили. Как мы его включили-то? Там, где еще ID указывали. Все забыл. Route. Да? Это первая команда, а вторая network была. Соответственно, вот двумя командами мы подняли протокол SPF. И из двух команд у нас уже началось. Ну там не считая того, что. Ну да, два раза мы network прописали, да? У нас уже наше все работает. Магия. Здесь просто... В смысле снифать? Ну... Нет. Нет, 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 ну... Да. Если ты хочешь снифать, то тебе надо, чтобы у тебя пакеты проходили через... Ну сейчас, да, допустим, если ты... Смотри. Как бы ты должен находиться, допустим, если ты хочешь да что ж, снифать то, что идет вот в эту сеть, да, от этого компьютера, ты должен просто находиться вот здесь, на этом маршрутизаторе, например. Или на этом маршрутизаторе. Должен быть где-то посередине, где ты можешь трафик перехватывать. Как бы нас не цель снифать, да, у нас цель, чтобы вот из этой сети мы узнали об этой сети. Как бы, да, этот компьютер сейчас может пинговать этот компьютер. Да, потому что... Не только поиск. Не то, ну да, это тоже как бы цель динамических протоколов, да, но это цель того, что нам, если мы статикой задаем, если у нас много сетей, да, по идее мы могли бы все это руками зайти, да, и написать, типа, вот эта вот сеть у нас доступна через тот вот маршрутизатор, и весь день сидеть конфигурять, там, если у нас там 100 таких сетей, а так мы один раз подняли этот OSPF, да, прописали все эти наши сети, и он начал их анонсировать. Все зашибись, если сеть отвалилась, он скажет, что сеть отвалилась. Вот. Вот это наша цель. Как бы, чтобы соседние маршрутизаторы, их же может быть не два, как у нас здесь показано, да, там может быть там тысячи, там, да, там, они в каких-то разных конфигурациях, там, да, между собой там через другие да, маршрутизаторы связаны, чтобы они просто узнавали о наших сетях. И это пока мы говорим о локальных, как бы, сети внутри Area 0. Ну, в смысле, внутри одной, как бы, арены. Ой, арены, зоны. В одной зоне. Соответственно, здесь просто важно понимать, как бы, да, как это происходит, да, что у нас есть hello пакеты, что там какие-то таймеры, что еще что-то, потому что если в Google ввести там, как сконфигурировать OSPF, сразу там вылезет целая куча, да, этих всех мануалов, там они скажут, вот пропишите эти команды, все будет работать.
Ну это же это не есть true way, да? Надо понимать хотя бы, что мы делаем, да, хотя бы в таком, пока что, как я сейчас рассказал, более примитивном таком уровне, да, дальше мы попробуем углубиться в это дело все. Вот, потому что без понимания вы не сможете дальше работать с этим. Вы не сможете что-то там траблшутить, там, если что-то где-то поломалось, там, да, какие-то сложные конфигурации там делать, да. А без понимания, понятное дело, это будет такое как-то. Не кейс-то такое. Пришел, что-то там наконфигурял, быстренько оно работает, убежал, как бы, скинул на другого админа, все, зашибись. Короче, так можно. А если тебе эту сеть потом поддерживать, как бы, да? Сами понимаете. Надо хотя бы чуть-чуть его там понимать. Так, ну я думаю, на сегодня у меня еще хороший вопрос к вам. Вдруг кто-нибудь помнит? Меня, если честно, как-то спросили, меня поставило в ступор, как бы, как вот объяснить, что такое у нас маска под сети? Кто мне скажет? Ну все знают, что такое маска под сети. Объясните мне, что это такое? Зачем? Зачем нам маска под сети? Правильно, хорошо. Зачем? Зачем нам это знать? Ну, нет. А? Хорошо. А у нас вот у меня компьютер, два компьютера, я задал им айпишники, пофиг какая маска там, вот. Они будут работать все равно, зачем нам что-то мучиться с маской там? Если... Нет. Ну, для разграничения доступа между чем и чем? А трафик, он, трафик откуда идет? Доступ извне на роутер, то есть извне доступ идет куда? Он идет, мы на роутере будем что ли все айпишники прописывать? Ты хочешь сказать, мы... Зачем? Зачем? Мы можем на роутере, вот я в руками прописал, да, там у меня там 1000 компьютеров, там, да, я написал, что каждый вот этот вот айпишник у меня находится за тем роутером, типа того. Шлите мне на этот айпишник тот роутер. Мы же не будем так делать, правильно? Мы хотим сказать, что вот эта кучка вот этих вот компьютеров, да, она находится за тем роутером. С помощью маски мы можем их агрегировать просто. Это не только разделение до подсети, первоначально идея была, да, в том, что мы можем компьютеры объединять в группы. Дальше мы можем, да, мы можем разделять на подсети, их, мы можем им ограничивать доступ, еще что-то. Если у нас нету маски, мы будем как вот на маршрутизаторе, мы будем на каждом писать руками, да, что вот к тому компьютеру, да, доступ через этот маршрутизатор. Если у нас там 1000 компьютеров, мы будем для каждого компьютера, ну, как по отдельности, понимаете, да, что... Вообще, не только на прошлюсь, а вообще про маршрутизацию, как же у нас происходит. Он говорит, что у нас та сеть доступна через тот маршрутизатор. Правильно? Мы же не говорим, что 1000 IP-адресов, да, доступна через тот маршрутизатор, чтобы нам не надо 1000 записей делать. Да, или да. Мы делаем маску, мы выбираем вот эту кучка нашей, ну, кучка наших компьютеров, да, она с такой вот маской, мы хотим к ним обращаться. Она вот заходит за тем маршрутизатором. Как бы вот в этом была первоначальная идея. А дальше мы можем разбивать по подсети, мы можем экономить их, типа того, да, что можем как-то разбивать их, по, как мы хотим, для более удобного управления, для ограничения доступа, да, там что, одной сети можно в интернет ходить, из другой сети нельзя в интернет, да, там, типа сети могут видеть друг друга или не видеть. А по факту это вот просто для суммирования. Вот и все. Меня на собеседование спросили. Нет. Меня спросили на собеседовании. Я, короче, я сказал так же, как ты. Честно признаюсь. Я, ну, потому что это кажется, знаешь, как спросят тебя, зачем тебе рука? Ну, нахрена тебе рука? Вот как бы, знаешь, тут... Вот, ты тоже говоришь. Я тут без MAC-адреса херово. Без маски под сети как-то херово, типа того, да, там. Ну, она нужна, да, ну, вот, типа, разграничивай, там еще что-то, да. А потом, я как-то вышел, задумался и думал.